Тревожные новости сегодня приходят от спасателей. В регионе вспыхнул новый лесной пожар. Он бушует всего в 43 километрах от города. Его обнаружили в 9 часов утра. Сейчас горят примерно 8 гектаров леса. Пожар низовой, средний, беглый. Тушение ведут спасатели ноябрьского филиала Ямал-Спаса и 47-я пожарная часть. В общей сложности задействованы 20 человек десантно-пожарной службы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики пока нет. Причина устанавливается.